Всем привет, меня зовут Владимир, и смотрите канал Феникс Let's Play. Сегодня мы будем охотиться и еще раз охотиться. Но не так, как мы это делали. Сегодня мы будем охотиться свободно охоту, наверное, мы начнем по одной простой причине. Потому что у нас тут все заблокировано. И чтобы нам это разблокировать, хотя, в принципе, вот на этого можно. Less than 700. Это больше или меньше? Ну-ка, давайте-ка. Я хочу проверить, быстренько переведу. С расстояния более 70 ярдов или с расстояния менее 70 ярдов? Так, что ты мне скажешь? Так, охота на двух кабанов с ружья меньше 70 ярдов. Понятно. То есть расстояние менее 70. Это, то есть надо вообще вплотную подойти. И при этом нам нужно сент-маск купить. Давайте мы пока это не будем брать, потому что, мне кажется, мы тут навыделываемся. Так, что тут с оленем? Так, нужен лук на олене. Хорошо. Так, а это что закрыто? А, вот, experience нужен, вот, опыт. Так, давайте посмотрим. У нас где-то кабанчик был, на которого... Нет, везде нужен лук. Нет, нормально все. Так, тогда пойдем мы, наверное, чтобы открыть там вот этих вот. Да, будем охотиться на оленя. А на оленя будем охотиться именно в свободной охоте, потому что на задание нам не дают просто так. Что нужно? А, ну просто охотимся и все. Ну, блин, денег не дают так-то. Нет, не нравится? Че, давай, играем. О, крыша какая-то. Смотри, симпатяга какой. Ну погнали охотиться на этого симпатягу. Ну хотя нам не он, конечно, нужен. Нам нужен олень. И чем больше, тем лучше. Ну еще тут уточки где-то крякают. Так вот, давайте посмотрим. Олень у нас где-то должен быть направо, да? Все, понял, пойдем тогда. Где-то он туда. Суть в чем? Мы не можем сделать следующее задание, пока мы не выполнили какие-то условия. В данном случае почти все условия это то, что у нас не хватает опыта. Ну и на хрюшек там что-то еще не хватает. Надо посмотреть. Вот. Поэтому мы сейчас будем просто ходить, набивать опыт. Самое поганое, что нам за это денег не дают. Но надо посмотреть. Мне кажется, все равно за убитую тушку денег должны дать. Возможно, не будут давать дополнительный как вот за задание. Что задания так такового нету, свободная охота. Так, сейчас посмотрим. Опа. Лис. Нет, лис нам не нужен. Сейчас пробуем так, потом, если что, мы попробуем тогда маску. Не маска, как она называется. Маскирующий вот этот вот спрей от запаха и так далее. И попробуем, в общем, поохотиться именно на крюшку на ту, которая за 2500. Ну и там, блин, их нужно двух завалить. При этом с расстояния ближе 70 ярдов, то есть это практически... Где-то 60-70 метров, они там практически один к одному. Уж я не помню уже. Ну, ориентировочно. А это уже большая проблема, даже с маской, потому что... А где? Тут не было никого. Ладно, пойдем вдоль реки. По-любому кто-то должен быть. Что она водопой же не приходит. Давайте даже пробежимся, он не выдыхает, это уже хорошо. Поэтому я думаю, тут можно немножко побегать. По крайней мере, до тех пор, пока мы не услышим какой-то шум. Кстати говоря, тут, по-моему, медведь еще шарится. Не уверен, но вот карта-то одна и та же. А на медведи мы охотились, они. Соответственно, медведи тут вполне могут быть. Какая-то лиса была. Да, это лиса, все. На лесу мы охотиться не будем. Нам нужно долбануть кому-нибудь... Какой-нибудь оленя. Мне тут что не нравится в этой игре? Опа. Что мне в этой игре не нравится? Так это то, что... А где? Там что, наверху? Так это то, что... пуля летит, пробивает легкое, пробивает, не знаю, позвоночник, ломает шею, да что угодно. И животное ломится, как ничего не бывало. То есть, как будто все в порядке. Она там убежит за пару километров, только после этого, может быть, помрет. Как-то вот тут маленько не... Ну, странно, в общем, реализовано. Лучше бы сделали так, что попал, все, она там хромает на одной ноге, допустим, сломал-то ей ногу, все, она хромает.
еще что-нибудь такое. Ну, потому что, ну, как-то с простреленной ногой бежать лучше, чем со здоровой, это вообще странно. Я же понимаю, адреналин, все дела, но если кость сломана, опоры нет, как ты побежишь? В общем, не продумано. Так скажем, я такой небольшой камешек в огород создателей кину. Ну, как же так-то, я же не могу тут всего... Ай-яй, ты собака ты такая. Я же не могу просто всему радоваться и говорить, что все хорошо. Я как-то должен, ну, худо-бедно, объективно как-то это оценивать. Конечно, объективно тут хрен оценишь, потому что у каждого свое мнение, но... Как-то можно это попытаться хотя бы. Вот я, в общем-то, и пытаюсь. Вот это вот реально, это нужно бы реализовать, иначе, ну, уж как-то... Так, подожди-ка, где там, кто там? О, олени, так, подожди. А, да, F. Сейчас все, попробуем подняться. Нет, тут далеко. А сколько, вот, давайте для примера посмотрим. Вот олень. Для, до него, а, 190, 130. 100 ярдов. А, ну нет, в принципе, нормально. В принципе, 70 ярдов это терпимо. Вот сколько вот до него? 100 ярдов, вот смотри-ка. А я вот это помечу. Вот. А представьте, с кабанчиком как... Подожди. А тут перекрестие, мне интересно, вот... Что это означает? Это куда пуля у меня под ветром или как улетит? Или что это? Вот смотри, я ему сломал плечо, я ему сломал позвоночник и так далее. Он сейчас сломанется? А, ты смотри, коне. Ну, это неплохо, это редкость. Прошу заметить, это редкость, сколько раз мы попадали, он собака, блин, выживал. Так, нам что-нибудь за него дадут, нет денег, или мы опять минус еще окажемся с этой свободной охотой? Мне просто интересно, вот этот вот красный кругляшок, это куда это? Куда пуля может сместиться в итоге, или что? Так, взять трофей. А, ты смотри-ка! А нам 300 подогнали этих. Ой, 900, 300 еще за то, что позвоночник не разбит, вообще отлично. Так. Так. Пойдем охотиться на оленей дальше. Нам, в принципе, нужны только олени. Я вот, блин, опыта не посмотрел, сколько дали. А есть что-нибудь? Нет. Ладно. Статы никакой нету. Я думал, посмотрите, сколько опыта хоть дали. Так, а мы где? Что такое 70%? Ладно, пойдем искать. Так, это понятно. Хантинг зон. А, все, сообразил. Все, побежали тогда искать еще оленей. Мы сейчас просто будем набивать опыт, не спеша, так грамотно. А, в принципе, а что нам так бесцельно? Нет, давайте тогда мы заканчиваем эту охоту, я думаю. Так. Не собраны, да? Да. Вот, мы заканчиваем. И идем сейчас на кабанчика. На двух кабанчиков, которые нужно смазки и так далее. Так. А, вот, смотри-ка, мы если... Из лука постреляем 5 этих, 8 тысяч дадут. Волков если завалим. Десятерых, 10 тысяч. Зайцы тогда, ну что-нибудь. Вполне неплохо, кстати говоря. Это, видимо, дополнительные вот эти вот бонусы. Так, ладно, свободной охотой мы побегали. Тут нам нужно просто опыт. Да, да, ну 1200, это долго бегать, нет. Ай-яй-яй, верни на родину. Те еще локации у нас закрыты. Тут 600, ну, кстати, тут можно было, ну ладно. Так, вот на кабана я на кого-то хотел, нет, нет. Погоди, это что такое? 19... Ой, 12... Гаук, памп, экшен. Что такое? Гаук, флаг, штурман. Ладно. Давайте вот это посмотрим. Значит, убить двух диких хрюшек с ружья, с винтовки, в смысле. Состояние не более, получается, видимо, 70 ярдов, да? Нам нужна сент-маска. Я не знаю, надеюсь, она... Надеюсь, навсегда остаются, не надо ее каждый раз покупать. Что если надо будет, то будет немножко обидно. Так, мне бы, честно говоря, прицел какой-нибудь хороший. Ну ладно. Так, ну что, пойдем вот на эту хрюшку. Да, у нас 6 часов на все про все. Завалить двух хрюшек. А как использовать эту маскирующую эту, я не помню. Ладно. Так, опа. Ты смотри-ка. Ты кило оленя. А ладно. Давайте смотреть вверх-то.
Подожди, она уже автоматом, да, работает? Что-то раньше было фиолетовое, сейчас зелененькое сразу. Так, инвентарь какой-нибудь есть? Ничего нет. Видимо, да, она походу работает автоматом. Если так, то это просто отлично. Но вы мне не нужны. Мы пойдем в другую сторону. И пойдем искать кабанчиков. Ну да, конечно, чего уж там. Олени ломанули, сейчас всех кабанов спугнут. Кабаны как ломанутся. В общем, ладно. Ищем кабанов, подкрадываемся, подползаем, валим. И так нужно две штучки. По красоте завалить. И тогда нам еще и деньги дадут. Во. В принципе, тогда у нас эта маска окупится вполне. Так, что там? А куда идти-то? А, погоди, погоди. Давай на 180. Подожди, это что? Давай разворачиваемся на 180. Где-то вот туда идем. Туда же? Да, вот, идем туда. В общем, кабаны где-то там. Побежали. Я не знаю, что значит 40% вот этих вот. Это шанс успеха или что, что они там сейчас окажутся. Не совсем уверен, но в любом случае, я думаю, это больше, чем 0. И все-таки я это надеюсь, что это все-таки именно шанс успеха. Что они там будут. Нету кабанов. Печально все. Так, ладно. Ну, в принципе, они хрюкают тут неплохо. Их довольно часто можно увидеть и слышать. Поэтому просто бежим, я думаю. И слышим, где они начнут хрюкать. Так, о, следы нашли. Нет, следы нам олени не нужны. Так-то было бы, конечно, неплохо сюда русификатор. Я, конечно, понимаю, что он тут так. Постольку поскольку. Но все-таки. Было бы, я думаю, неплохо. Тем более, что тут, я не думаю, что он там много бы прям весил. Тут, на самом деле, текста минимум. Самое главное, я убрал голос, который меня так вот дико бесил. Когда идешь, он просто начинает болтать. Надо, не надо, ты прислушивайся, он болтает. Вот, я этот голос выключил полностью. Ой, как он это вообще, это радует просто. Были бы субтитры, еще ладно бы. Хоть понимал бы, о чем говорит. Там, может, какие-то советы, еще что-то давал бы. А так, советов не дает. Ой-о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 й. Где? Блин. Ну ладно, что, кто знал-то. Извлекаться за зону уходить нельзя. Ладно, пойдем обратно искать кабанов. Где-нибудь вот туда даже пойдем. Не, так-то вот реально, вот идешь. Как тут следы увидеть, непонятно. И тут, конечно, и нога подсвечивается, но прям когда уже в упор прям по их следу идешь, только тогда ты, наверное, заметишь. Так, а прыгать он, конечно, у нас не умеет. Ну ладно. Я-то почему-то этот. Был уверен, что у нас прыгать умеет. И как-то я уже, видимо, подзабыл. Блин, шашлыки, вы где? Где шашлыка? Шашлык нужен. Они где-то бегают, хрюкают где-то еще живые и это... Свеженькие, так скажем. Так. Куда можно еще пойти? Вообще, где? Так, ладно, пойдем тогда... Пойдем тогда направо, где они должны спать. Ну, в принципе, мы туда почти дошли в прошлый раз. Звуков хрюканья не было, поэтому, наверное, вряд ли они там будут. Хотя, может, прибежали. Так, а время-то сколько у нас? А время у нас... Время 9:47. Они должны сколько быть? Ага, вообще даже быть не должно. Вот тут они должны быть, по идее, там. Ну, давайте пойдем тогда чуть правее возьмем и побежали. Я вот не с тем уверен, вот эти вот желтые именно зоны, это я правильно понимаю, что это зоны, когда они в это место, получается, приходят. Так, ветер откуда получается? В ту сторону как раз, да? Плохо. Это хрюшки. Это хрюшки, ребята. И довольно близко. Я хрюканье услышал. А если я услышал хрюканье, то это чуть ли не в упор тут где-то. О, вон хрюкает, а, красавцы. Блин, откуда-нибудь бы еще. Холмистая вот эта вот местность, честно говоря, немножечко мешается. Ну ладно, сейчас подползем. Потом заляжем. Тихо. Вот я думаю, давайте теперь ползком, не спеша. Потому что в случае чего мы просто будем дольше бежать за этой хрюкалкой.
подбитой. В лучшем случае подбитой, в худшем вообще просто будем бежать. Чем мы тут будем тут ползти, поэтому давайте лучше немножко времени потратим и аккуратненько подползем, тем более вообще уже где-то вот они. В упор должны быть. Тишина такая сразу. Вот, опять шум леса появился. Да ё-моё, ты кончишься, нет сегодня? Полно-то. Где-то вот уже их вот почти вижу. Да твою мать, сколько там еще ползти-то можно? Давайте попробуем по туда зайти. Ползем. Я думал, они где-то вот в этом месте как раз, а они еще хрен пойми где. Как так-то? Ладно. Вот тут плохо, что нет такого, что ближе подходишь, там громче звук, еще что-то. Может, он и есть, но что-то я как-то не уловил немножко. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Вот там надо сюда ползти. Я думаю, в принципе, мы из-за щита сможем лупануть. Вот где-то он тут. Там вообще, по-моему, в упор где-то. По-моему, прям вот за стенкой вроде как. Ну-ка, давай-ка подползем. Я не думаю, что мы спалимся, если мы этот встанем тут. Щита. Главное, без палева подползти, остальное все мелочи. Тихо-тихо. Мы охотники профессиональные, мы все сможем. И скипши сделать. Тихо. Во. Ты смотри, кабанюки-то какие! Ой, красавцы! Ой, здорово. Так, подожди-ка. Задание какое? Я не помню задание какое. Там есть по весу, что-то нет по весу. Так, давайте. Значит, просто завалить двух кабанчиков. Все. То есть ничего там не сказано про вес и так далее. Кабанюка, извини. Но ты будешь мой. Погнали. В упор, я думаю, он просто вообще на ура должен улететь. Просто шатать все и все. Ага, сейчас. Подожди. О, хребет. Так, по идее, он... Все. Да. Первый есть. Не, все, это далеко. Все, отбой. Так. Сейчас посмотрим. Ближе 70 или не ближе 70? Не, ну ты все-таки смотри, он красавец. Так, что, засчитали, нет там? Или что? Ну, Enter. Да, вот, значит, расстояние не далее 70 ярдов. Ну и все, и отлично, значит, так же. Подбираемся ползком. И валим. Сейчас еще одну крышку завалим. Надеюсь. А то мы уже так пробовали, что сейчас завалим. В итоге, блин, то хрюшка убегала, то олень убегал. То лисы прибегали, сбивали с толку. Вообще печаль, беда была. То медведь, блин, раненый и так далее, там, как ломил от нас. Вот, что это? Блин, дерево мешает. Там хрюшка, я уверен в этом. Там хрюшка, вон. Поймать. Кто-то тут палил нас. Надеюсь, это не те хрюшки, которые там... Опа, вот уже, да? Во, хрюшка, точно. Так, да пойдет. Смотри, тут поближе есть. Сколько до тебя? 90, да? Ложимся, поползли. В принципе, к нам так внимательно посматривает, но это еще не это. Он еще не сильно волнуется. Так, сколько? 90. Ползем. Где-то, видимо, вот от этой березы надо будет стрелять, а то и ближе. Смотри, он сам там идет. Сколько? 70. Отлично. Смотри, он сейчас сам к нам подойдет. Давай чуть-чуть подождем еще.
Ну все, я думаю, пора. Ну давай посмотрим, куда прилетит. Либо позвоночник, либо где-то легкая должна просто прилететь. Ну и все, левая легкая. А ты смотри-ка, вот эти пули-то поинтереснее, его прям прошивают. Оба легких пробили. Так, и что это значит? Он побрет? Твою мать! Свинья, вернись! Не поступай по-свински! Как ты щеманул? У тебя два легких пробито, я не знаю, ты... А, ну ладно. Недалеко убежал, это радует. По-любому, все, мы, наверное, уже завершили, наверное. Квест, ну-ка, подожди, нет. Ну-ка, кабан. Давай, что нам дадут? Так, нам еще вон... 400, да, 1200 за него нам дали. Отлично. Так, что, все, да? Все, мы вообще молодцы. Вот кто у меня сомневался? А не надо вам не сомневаться. Да вы что, я то охотник, что тот. Йо, что это звук был опять? Так, у меня звук-то есть? Да, есть, я думал, у меня на ножках что-то сдохло. Нет, это, видимо, у них что-то щелкнуло. Ладно. Так, давай посмотрим, что нам нужно еще. Опа! Смотри. Так, на этого мы не можем, да? Да. А на этого? А, блин, на этого лук нужен. А лук что стоит? А, так. Вот он лук. 7000. Ух ты, блин, это круче лук. Покупать или подождать и взять хороший? Как думаете? Ну давайте. Возьмем лук. Так. Что там? Возьмем давайте стрелы, посмотрим. Так, у нас 10 тысяч стрел, обалдеть. И чё, вот и какие из них лучше? По мне так такие лучше. Ладно. Давайте пока оставим. А, ну да, тут ничего нет такого. Так. Бинокль. Не, бинокль нормально, все. Ну чё, пойдем попробуем на хрюшку вот эту поохотиться. Так. Хант. Короче, на Хоукзилу нужно поохотиться. Давайте попробуем. Не знаю, получится нет. У нас на все про все 5 часов. Попробуем. Опа. Ну, я голос отключил, само собой. Поэтому тишина. Он говорит, чувак, ты молодец. Павел такая, да, мы еще такого ни разу не видели. И вообще, я ни разу не видел, я ни разу не охотился. Просто одела крутую тут шмотки и так далее. А сейчас мы пойдем охотиться на Хагзилу. Это то же самое, что Годзилла, только это свинья Зила. Не то, что там эти японские и так далее, беспонтовые какие-то там динозавры. Это настоящий такой боров, и можно накормить, я не знаю, кучу народу. В общем, он где-то шарится тут. Тебе нужно его просто поймать, потому что мы очень боимся. Как мы уже сказали, мы не охотники, мы просто ходим в крутой одежде. Дальше думайте сами, мне кончилась фантазия. В общем, типа, давай, мужик, удачи. Если вдруг ты его не завалишь, завалит тебя. Вот как-то так это было сейчас. Так. А, чем дольше мы удерживаем это, что-то там было написано, у лука, тем сильнее... Диван натягивается. А, это не я, это он. Вон он, Хагзилла. Нет. Да? Он же? Чё? Я крутить должен что-то, нет? Ну, ладно, чё. Так, проверяем нашу карту. То есть, вот он. Да, где был. Это 200 метров. То есть, вся карта метров 500. Ну, пойдем, чё? Я понял, вот... Там кабаняра был, вот тут где-то шел он. Это вот, наверное, он и есть. Ну, давай, первый босс. Посмотрим. Как же его назвать? Не, Хагзилла ни о чем. Давайте это по-английски, давай что-нибудь по-русски. Что-нибудь придумаем, я не знаю. Свинзилла. Не, подожди, я в смысле это, я забыл, что у меня. Вот, Хагзилла, подожди. А, ну у нас уже отмечено, да? А сколько раз ее надо с лука пороть? Чтобы он просто взял и помер. Что это было вот тут? А, это так. Вон он. Вон она, наша хрюкалка. Погоди-ка сюда. Свинзилла, блин.
Кабанзила. Нет, кабанзила, кабан, нет. Ну ладно, пускай будет кабанзила. Как-то звучит не очень. Свиндила как-то вроде более складно, что ли. Что-то я не понял, где он. Где-то тут за кам... Твою мать, а. Ты где тут шуметь-то умудрился? А где он, сволочь? Сейчас я не понял. А, вон он. Сейчас мы его поймаем. И чё, блин? Я сейчас вот не понял. Я бы в одну стрелу не попал. Он, хоть бы чё ему? Сколько, тебе сколько расстояния стрелять-то надо? Упор, что ли, вообще? Во! Вот сейчас полетело куда-то. Давай, что-нибудь хорошее в голову. Ты смотри, точно в голову. Нет, в шею. Ну, вошла-то. Да хреново вошла! Ни хрена, он на нас атакует. Он атакует нас! Опа. Давай еще раз. Быстрее, как Робин Гуд, доставай. Стрелу надо. А все? Сожрали нас? Ни хрена себе. Че, издеваетесь, что ли? Да тут надо на него не с луком идти, на него с базукой надо идти. Три стрелы. Так, да, мы тебя слышали. Как тебя пропустить? Во. Да. Собаки, блин, не предупредили, что это свинята нападает. А могли бы сказать, что ты смотри, блин, она там потомок Годзиллы натуральная, блин. Я что-то не понравится, как на тебя попрет, блин. Блин, не сволочь. Ладно, хрен с ним. Так, да чтобы меня какая-то свинья, Зила, свинзила какая-то завалила, сейчас будем мстить. И мстя наша будет страшна, мы его по-любому на шашлык. А остатки на чебуреки пустим. Не знаю, почему на чебуреки, просто пустим на чебуреки. А мне кажется, он тут уходит в одном месте всегда. И, наверное, просто дождаться, пока он будет мне... Ну да, конечно, чего уж там. Да ты собака! Я что делаю, за тобой еще бегать буду? Да. Точно свинзила. А все? Все? Первый раз он нас сожрал. Второй раз он от нас убежал. Так, не понял. Попытка номер три. Да, то enter. Так, ты иди отсюда, ты мне надоел. Че в нем в этом кабане такого? Что на нем только с луком. Никак иначе. Почему он нас вообще атакует? Должен кричать «Уии!» и убегать от нас. Ну, в принципе, его последний раз так и сделал. Первый раз-то почему у нас затоптался собака эта? Потом стал таким, блин, наглым способом. Так. А его найти где-то тут он должен быть. В прошлый раз мы отсюда атаковали. Ни хрена, мы так-то ему впороли. В плечо, в шею. По-моему, третий раз мы не успели выстрелить. Ну ладно. А если я вот так за камешком? Он это... Вон он, смотри. Не, не так. Сколько это не улетит? 45, нормально, должно хватить. Во. Короче, метров 50, дальше это смысл. Если дальше. Ты смотри, четко, пятачок. Хедшот. А мы его убили, нет? Ни хрена мы его не убили. А, мимо. Или нет? Я, наверное, все-таки мимо. Да. Чуть-чуть ниже она упала. Ну, я в смысле понял, да. Ну да. Так, погоди, а он сейчас что он? Сейчас убежит у нас и все? Не, ну тут так-то мы его хорошо в пятак прописали, согласись. С
стоит. Стрела в пятаке. Твою мать, он убежал. Так. Как это собаку валит? Мне кажется, в тот раз он не атаковал нас. Мне кажется, в тот раз он тоже убежал. Просто по своей тупости он пробежался по нам. Так, давай, уйди. Нет, ему надо как-то, блин, в бочину нас зарядить. И так это, конечно, хорошо, красиво получилось. Но не то. Ему надо именно... Да, ответим. Ему нужно именно в бочину прописать так, чтобы там стрела там чуть ли не на вылет, там через легкие и так далее пошла. Потому что я в какой-то серии говорил, что кого-то они такие, там с ружья в лобешник попадаешь, и он хоть бы чё. На случай убегает и все. Иногда реально начинает атаковать. Так. Давайте спешить сейчас не будем. Что я не понял, где он пока что. Он не хрупкает нифига. Твою мать. Стой! Блин! Ты чё так по-свински поступаешь-то, а? Я даже не побегу. Нам сейчас скажут, он убежал, идите лесом. Вот тут и нифига у нас снег падает. Даже спустя сюда, все, убежал. Так. Попытка номер 5, по-моему, да, уже? Подожди, нет, меня так не устраивает. Блин, 2000. Ну давай вот эти возьмем, что. Все равно пригодятся на будущее. Все, давай посмотрим, что. Может быть, эти какие-то поблотнее стрелы. Я просто не понял, в чем фишка этих стрел. Я-то думал, те-то получше будут. Они какие-то такие мощные будут, там как всадишь, так всадишь. А это что-то, я даже не знаю, какие-то непонятные. Чёрт, я стрела. А, да нет, тоже что-то интересное. Может, она какая-то электрическая, может, там током бьет, нет? Ладно, сейчас посмотрим, в принципе. В принципе, кабана-то мы сейчас, я думаю, все равно завалим. Ну, сейчас давайте еще одна-две попытки. Если нет, будем серию завершать. Чтобы ее не затягивать. Потому что охота может реально затянуться надолго. Но мы все-таки это... Попробуем. Где-то он собака здесь. Вернее, не собака, а свинья. И собаки ему еще расти и расти, блин. С таким свинским поведением, да? Как он так умудряется шуметь? Так, кто-нибудь увидит? Вот он. Вот красавец. Самое поганое, я не знаю. Нет, давайте, знаете что? Давайте подождем, может он сейчас боком вам встанет. Там бы в бочину его впороть. Чё хрю? Боком вставай. Блин. Вот эти кусты бы отойти. Надеюсь, не спалит нас. Что пока он станет боком, еще неизвестно. Когда это вообще произойдет и произойдет. Твою мать. Да ты где шумишь-то? А, это не ты. Нет, ты смотри, он реально свинья. Он реально свинья, он поступает по-свински. Я его тут ждал. Пошел, думал, ну ладно, чушь. Кабана этого хрен дождешься, пойду обойду. Кто взял, ушел? Как с такими общаться? Он еще ушел не просто так, он, смотри, он с жопой к нам повернулся. Я говорю, вот как с таким вообще общаться? Это сколько тут метров до него? До него тут метров 70, дофига. Надо как-то, я не знаю, надо ему именно в бочину паровать. Именно бить в бочину, потому что в рыло бесполезно. В зад бесполезно. Ну, сделаем ему еще одну дырку задницы. Еще дальше-то, мне кажется, пофигу будет. Бежит. А если мы ему сделаем дырку где-нибудь в бочине, что он дышать не сможет. Кстати говоря, где он? Вот он. Не, ну тут смотрим, что тварь делает, а? Сколько тут до тебя? Вот. Смотри, стоит просто идеально, но не успеем. Да твою мать, свинья! Падла! А-а-а!
Ну я тебе на этой стреле потом прям навертел, блин. На этой же стреле пожарю на шашлык. Собака. Столько выслеживал, столько ждал. Вот он бочком встал, красавец, ему все. Ну наконец-то по-человечески поступил. Нет, сволочь, все равно как свинья. Натуральная свинья. Так. Я просто не знаю, кстати, что за стрелы, мне еще интересно. Может, они реально какие-то хорошие. Получше их надо проверить. А то ни одна стрела еще не вошла в него. Поэтому надо посмотреть. Так-то внешне они какие-то непонятные. Как будто они, знаете, вылетают и то ли вцепляются. То ли, я не знаю, то ли какой-то шоком бьют. Что-то вот такие непонятные. Такие сто... Вот он. Так, пока бежим. В принципе. Сколько до него? Так, сотка, да? Дофига. Ползем аккуратненько. Чью сторону идет? Нашу? Нашу. Это вообще, это просто отлично. Сколько? 60. Не-не, рано. Ждем. А что-то палит. Контору-то. Ждем. И давай, идем. Я за тобой понаблюдаю, ты давай подходи ко мне. Питак тебе заряжать неинтересно. Так, что там дергаешься, спокуха? Прыгает он что-то. Красавец. Идет. Да как нет-то? Как нет? Ну как нет? Слушайте, может его просто луком надо по башке греть? А я стрелой все пытаюсь. Мне кажется, надо луком реально подойти. Дайте ему сзади. Больно. Так, ладно. Какая-то странно, как Зила это. Первый раз так хорошо. Ой, блин, че у меня в игре какой-то этот идет со звуком. Он как, блин, по ушам, как ударит вечно. Ладно, давайте, последняя попытка. Нет, значит нет, все. Заколебал меня это свинзило уже. Так, давайте пробовать. Нет, ты смотри-ка, один кабан, такой маленький, вот сколько, 800, в принципе, фунтов или чего он там. Мы, в принципе-то, вроде валили и побольше. А сколько он нам геморрой уже делал? Сколько расстояния? Дофига расстояния. Все, борзеть не будем, пойдем так, потом ползком вообще. Он просто, видите, он собаку идет ведь еще, а вот 100 ярдов. Мне кажется, надо, знаете, отсюда встать. Он пойдет где-то мимо. И просто его дождаться. Я такой, у него где-то какой-то маршрут тут есть, он вот так где-то идет, он туда. Ну, видите, что? Отсюда может стрелять? Может. Все. Давайте просто, я предлагаю подождать. А, что там в кустах что-нибудь там насинячится, как обычно, блин, нажрется. Потом пойдет этот свинья, мы его вот так вот где-нибудь так. Вы с ним вот так выслеживаем. Потом хлобысь ему. И нормально. И сразу вот так. Эти двое выбегают. Типа, да ты молодец, ты герой. Да вот мы уже мангальчик приготовили. Чё так долго? А по-любому так и будет. Ну, видите, сейчас тут пойдет. Где-то он тут уже. Вот он. Блин, далековато, я думал, он ближе. Ладно, сейчас посмотрим. В принципе, свинья спокойна, это радует пока что. Но я так и не понял, почему он первый раз нас атаковать начал. Вот он? Где-то. Вот он. О, тут ты смотри, тут вообще прям в упор почти стоит. Чё это такое сейчас, блин? Да ты косой, что ли, или чё? Как так? Я понять не могу. Вон, а свинья уходит. Вон, я ж её вижу. Твою мать. Ай, блин, нет, это стрела вообще какая-то херня. У нас ни одна стрела не прошла. А чё она вообще делает, стрела? Может, она какая-то это? Особенная. Ну ладно, давайте ещё раз тактика та же. Вот эти кусты, понятно, но пройдемся именно с нормальной стрелой, потому что это не стрела, это какая-то хрень, блин, 2000 потратил, на что я не понял. Вообще какая-то чушь. Так, нафиг. Давай нормальные стрелы, нам бы еще лук хороший, ну да ладно.
Все, последняя попытка, на этот раз точно. Не, ну мне это, мне просто стрёмно, что меня какая-то свинья уделала. Да шучу, конечно, но все-таки. Дело, в принципе, надо ее завалить. Если нет, то будем валить потом. Так, это ладно. Так, значит, сейчас соображаем. Вот этот культ большой, вот тут мы в прошлый раз вот тут прятались. Значит, нам надо где-то вот сюда подойти. Вон кабанчик сам. И встать вот не за эти кусты, а где-нибудь вот, я думаю, даже можно вот сюда. Да. Давайте мы сейчас вот тут сюда где-нибудь ставим, потому что пойдет посюда, вон туда. Значит, нам нужно вот в эти кусты. Он должен где-то прям вот так вот мимо нас вот так пропилить, и вот туда. Тут вот в этих кустах вот стало 40 ярдов было. Значит, давайте подождем. Ты там хрюкай аккуратнее, а? Думай, что хрюкаешь. Смотри, блин, кабан вообще без передичек-то, блин. Берега попутал, блин, страх потерял. Вообще, блин. За хрюканьем не следит. Ничего, мы его сейчас, блин, в лобешник куда-нибудь зарядим. Где-то вот тут. Вот, давай, 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 кабан, 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 ты где? Ты где? Реально, а где он? Алло, свинья, ты где? А, вон. Подожди, сколько метров-то хоть? 66. Не, давайте поближе маленько. Все-таки далековато, тут метров 40-50 надо. И то не факт. Я думаю, все. Ближе мы не пойдем пока что. Я не понял, где он теперь. А это он шумит, кстати. Вот тут где-то вообще упор. Вот он, по-моему, да? Нет. Беда. Где он? Вон. А где он там? Нет, ты прикинь, да, что творится, сволочь такая. Ладно. Вообще падла, та еще ведь. Я даже не знаю, как его еще назвать. Давай его тут попробуем встать где-нибудь. Он где-то должен пойти, нам нужно его бочину засандалить по полной. Так. Вот они следы, вон туда он пошел. И где он? Так, погоди-ка, а у него что-то внимание где-то привлечено. Вот он, по-моему, да? Вот он точно. Вот он, вот он, вот он, вот он. Отлично, смотри, вот он, в упор прям. Да как так-то? Твою мать! Ты вот мне сейчас объясни, это вообще, ты как сделал это? Ну давай, ну сейчас уже должно просто на ура пройти, блин, я не знаю, вот там в легкое лететь должно, в левое. Ребро. Дальше, 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 дальше. Да, чуть-чуть, нет. А он, может, нападет на нас, а? Не, вот реально, а как мне вот его, допустим, бить? Да не, мимо пошла она, да. Я не знаю, как его убивать. Мощи не хватает, а он убегает чуть что. В тот раз садили две стрелы в него. Первый самый раз. Третью чуть не садили. Он нас сожрал. Ладно, давайте пока оставим этого кабана этого. Тварь, блин. Еще походимся, я все-таки... Я могу тут продать? Это... Нет, нет, я в смысле это... Может, его продать могу? Я подожди, ну-ка, гайд. Что это такое? Ладно. Значит, не могу. Я бы, честно говоря, лучше бы... А, вот, это натяжение 45, и вот это 75. Это помощнее будет, да. Ладно, мы к этой заразе еще вернемся. Принципиально. Ну что, давайте тогда будем заканчивать серию.
Спасибо, что были, смотрели. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте комментарии, ставьте лайки, ставьте комментарии, делайте репосты. Всем удачи. Пока.